На самом деле человек в течение жизни, пока он работает, функционирует, обучается, там еще много чего делает, он эти энергии использует, и недостающие он, как правило, их докачивает. Кто-то образом, кто-то стрижками, кто-то цветом в одежде, кто-то работой определенного характера там, и так далее, и тому подобное. Спортом кто-то занимается, кто-то творчеством и так далее. Вот это все тоже, по сути, раскачка энергии. Поэтому, когда подбираются камни, еще спрашивается запрос у человека, да, то есть еще ведется беседа. А что ты вообще делаешь? То есть чем ты занимаешься? Как ты вообще реализуешься в своих энергиях? А где тебе хватает, где тебе не хватает энергии? А что ты можешь сделать?